Олег, ну, первый вопрос стандартный. Впечатление о матче? Впечатление... Ну, во-первых, ошибка предрешила исход матча. Очень жаль, что наша ошибка. Первый тайм очень хороший. Немножко, что касается меня, немножко, наверное, переволновался чуть-чуть. Потому что играть за Воронеж совершенно по-другому. И эмоционально, чем за другие клубы. Переживался. Забили бы первый, я думаю, по-другому матч сложился. Но... Жаль, конечно, жаль терять 3 очка таких. И очень важно. С таким соперником мы могли, конечно, выиграть. Но, естественно, поддержка болельщиков нас радует очень. Спасибо большое. Игра сегодня по большому счету была равной, в этом признались оба главных тренера. При этом известно, что Тосно ставит задачу выхода в премьер-лигу. На этом фоне воронежским болельщикам есть на что надеяться в этом сезоне? Я думаю, что каждая команда своего коллектива ставит какие-то задачи. То, что они их объявляют СМИ, болельщикам и всем, это их вопросы. У нас свои интересы, мы будем выходить каждый матч и играть на победу, потому что при таких болельщиках в таком клубе по-другому нельзя. Поэтому мы будем все усилия прикладывать. И надеюсь, что сыграемся еще, наберем физические кондиции и, может быть, даже замахнемся на что-нибудь посерьезнее, чем десятки.